Жители Мариэл просят отложить свадьбы до нормализации обстановки с коронавирусом. Несмотря на то, что органы ЗАГС в республике работают в штатном режиме, торжественная регистрация брака, то есть полноценная церемония с гостями, сейчас невозможна. Органы ЗАГС Республики Мариэл работают в штатном порядке, принимаются заявления граждан на регистрацию рождения, смерти. Эти заявления граждане могут подать в электронном виде через портал государственных услуг или же направить почтовой связью. Что касается регистрации брака и расторжения брака, то Министерством юстиции Российской Федерации, начиная с 31 марта 2020 года, рекомендовано приостановить торжественную регистрацию брака. По ранее поданным заявлениям гражданам предлагается выбрать иную дату регистрации брака. Предлагается период, начиная с 1 июня 2020 года. Если же дату регистрации перенести невозможно, в исключительных случаях регистрация брака осуществляется при непосредственном присутствии только заявителей, без участия приглашенных лиц. Напомню также, что в Мариэл на фоне угрозы распространения коронавируса действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Кафе и рестораны временно закрыты, а жители республики обязали находиться дома, за исключением ряда случаев. Разрешается покидать жилище для получения экстренной медпомощи, для похода в магазин, выноса мусора или прогулки с домашними животными.